Стулья ночью, деньги когда найдут. В одном из кафе на Комсомольском проспекте в районе 3 часов ночи были похищены 2 красных барных стула. Полицейские поделились записями камер видеонаблюдения из помещения общепита. На кадрах видно, что молодой человек действовал весьма осторожно. Сначала постоял возле касс, где в итоге ничего не заказал, а затем ушел в дальний угол зала, ближе к выходу. Убедившись, что все посетители вышли и за ним никто не наблюдает, неизвестный схватил предметы интерьера и был таков. Ущерб составил 8000 рублей. Мотив злоумышленника для оперативников остается загадкой. Всех, кто опознал пермского Остапа Бендера, просят обратиться в полицию.